Кабинет столярного дела Сахалинского техникума сервиса превратился в место битвы. Участники чемпионата по профессиональному мастерству показывают свои умения в разных направлениях. Шестнадцатилетний Юрий Шувалов тщательно обрабатывает каждую деталь изделия. Ведь от этого зависит, станет ли молодой человек победителем регионального этапа соревнований. Юрий много времени проводит с отцом в гараже, поэтому ему не составляет большого труда обращаться с инструментами. Пока школьник еще не определился с будущей профессией, но именно подобные соревнования помогают определиться в будущем. Мы уже давно как-то занимаемся. Нам сказали, дали чертеж, сказали расчертить все это на дереве. Потом мы потихоньку учились пилить, там, другими инструментами пользоваться. Вот сегодня я научился шлифовать. Здесь среди школьников от 14 до 17 лет соревнования проходят в трех направлениях. Токарные работы на станках с ЧПУ, технологии информационного моделирования BIM и столярное дело. Работа включает в себя использование ручного деревообрабатывающего инструмента и три вида электрооборудования. Это электрошлифмашина, электролобзик и аккумуляторный шуруповерт. В этом году состязания пришли на смену чемпионату «Молодые профессионалы», который завершился в сентябре 2022 года. Стратегическая цель нового всероссийского движения по профмастерству – содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики. Оно направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство ведущие компании отечественных производителей. В этом году чемпионат по профессиональному мастерству претерпел определенные изменения. Мы имеем новую цифровую систему оценивания, в которую мы забиваем результаты различных измерений данного изделия. И система уже выдаст результаты организаторам чемпионата в Сахалинской области. То есть мы, как площадка, я как главный эксперт, не видим результата вплоть до объявления победителей. Создать объемный проект будущего здания – такое задание получают конкурсанты в компетенции технологии информационного моделирования BIM. На выполнение отводится 3 дня. Заданием студентов и школьников смоделировать дом, разработать для него, у нас есть как называемое управление проектами, то есть мы создаем проект в среде BIM, в среде общих данных, и, соответственно, в программе Ренго создаем уже 3D-модель этого здания. По критериям, конечно, мы проверяем в первую очередь эту работу с программами, а второй момент – это все-таки знание чертежей, строительных технологий. В чемпионате представлено более 30 компетенций. Владимир Ким выбрал для себя направление электромонтаж. С электропроводкой юноша познакомился, будучи ребенком, когда помогал дедушке на каникулах по дому. Тогда он впервые задумался о будущей профессии. Спустя годы нашел способ осуществить мечту. А чтобы поучаствовать в региональном этапе чемпионата профессионалы, молодой человек долго тренировался вне учебного времени. Мы с моим мастером, можно сказать, преподавателем изучали эту тему. Я вообще с другого курса, получается. Я с курса высоковольтник, то есть электрические сети, станции, но я решил пойти на этот чемпионат, чтобы узнать что-то новое. Самое сложное было поиск неисправностей. Я вот к этому модулю подготовки не очень отнесся хорошо, думая, что все будет нормально, но что-то по итогу сложно было. Участие в конкурсе – отличный старт на пути к будущему успеху. Один из экспертов, Дмитрий Фомин, одержал победу в региональном этапе и попал в российский финал, где завоевал серебро. Парнем заинтересовалась крупная российская компания. Теперь после техникума его ждет целевое обучение в московском вузе и рабочее место в Роскосмосе. Меня просто вот тянуло к проводке, к проводам. То есть как бы душа к этому была предрасположена у меня. А на втором курсе пришел мастер производственного обучения, вот мой тренер, и предложил попробовать свои силы, прийти после пар сюда. Вот я пришел, попробовал, у меня получилось, мне понравилось, и я продолжу здесь тренировки. В этом году в состязании участвуют 6 студентов. На выполнение задачи им отведено 18 часов. Время разбито на 3 дня. В итоге должна получиться электрическая установка. Такие под силу сделать специалисту как минимум 6-го разряда. Ну, в принципе, скажем, там все навыки, все умения и все, скажем так, практические, скажем, там, скажем, да, процессы, которые, скажем, там, могут ими встретиться, скажем, там, в реальной, скажем, там, жизни, скажем, там, они как бы реализованы на этой электроустановке. То есть они показывают в комплексе все то, что они должны делать в своей профессиональной деятельности.
Есть и направления, которые создаются специально под запросы регионов. Для Сахалинской области это пилотирование, эксплуатация, а также ремонт беспилотных летательных аппаратов. Здесь конкурсантам нужно было устранить 5 неисправностей дронов. На выполнение задания отведено 4 часа. Пообщаться с участниками и пожелать им удачи пришел глава региона Валерий Лимаренко. И сейчас мы всячески решаем задачу по привлечению ресурсов, по подготовке ресурсов трудовых. И вот то, что происходит здесь, это вот часть этого процесса. Конечно же, мы хотим, чтобы наши ребята работали на лучших рабочих местах, на самых высокооплачиваемых. И никуда не стремились, оставались на Сахалине. Вот это система подготовки. И я скажу, что за этим будущее. Победители регионального этапа выйдут в финал и поедут на всероссийский чемпионат профессионалы. Он состоится в Санкт-Петербурге в рамках международного форума «Российский промышленник». Кроме этого, студенты, занявшие призовые места, смогут пройти стажировку на лучших предприятиях области и получат возможность трудоустроиться. Всего в 2023 году заявили 240 направлений в профессионалах. Часть испытаний провели на Сахалине. В чемпионате приняли участие больше 500 молодых людей. Это парни и девушки, которые изучают основы профессионального мастерства, получают актуальные для островного региона специальности. Анастасия Красова, Павел Соловьев, Николай Зубарихин, телекомпания ОТВ.